Что там пришло? Письмо из компании от директора. Не очень понимаю этот почерк. Девочка, тут написано, что мы идем в Таиланд. Что? Серьезно? Что возьмем с собой? Коробку Ролтона. Побольше туалетной бумаги. Точно, это самое главное. А мы на диете. Есть хочу сильно. Мы на диете. Я хочу в туалет. Там очередь, блин. Ёлки. Ну, пока потанцую. Раз, два, три. Иса, куда предложишь пойти? Есть ресторан там просто вау. Я надеюсь, не как в прошлый раз в донерку обычную, да? Нет, вы что? Пошлите, пошлите. Можете, пожалуйста, медленнее ехать? Медленнее, пожалуйста. Нас укачивает. Ой, ха! Ой, давай быстрее. Здрасте. Здрасте. Тут так прикольно. Я думала, ты нас опять в донерку приведешь. Меня тоже как ее сфоткай. Со вкусом улитки. Мне понравилось. Блин, я как хрюшка. Хрю? 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 Дженни, хрю? О, это так мило. Ты теперь настоящая хрюшка. Ты настоящая хрюшка. Вы обе как хрюшки. Ой. Хрю. Оу. О. Oh.